Спокойно, спокойно. Не надо резких движений. Мы сейчас все обсудим. У меня есть деньги. Простите, господин Карский, но этот документ в корне меняет все дело. Вы можете объяснить, откуда он взялся? Мы все умрем. Я так и ничего не увижу. Я вспомнил! Это же вы ухаживали за мной, когда меня похитили! Да, я действительно ухаживала за вами. Я очень рада, что вы меня узнали. А вы? Вы та самая девушка, которую я обещал спасти. Это ангел! Вы меня все-таки спасли, спасибо. Я каждый день молюсь о вас. Простите, господин Карский, вы можете объяснить, что здесь происходит? Вы подписывали этот документ? Вы понимаете, так случилось, что... Ну, последние несколько дней просто у меня выскочили из памяти, и только какие-то короткие вспышки. Вы извините, я просто не помню, подписывал я что-то или нет. Ну, подпись вроде моя. Да, я посмотрю. Подпись абсолютно точно ваша, и любая экспертиза это докажет. Да какая к черту экспертиза? Так, стоп. Давайте возьмем тайм-аут. Вот именно таких прецедентов в моей практике еще не было. Мне нужно обсудить это с коллегами, чтобы выработать дальнейшие действия. Хорошо. Я предлагаю нам всем поехать к нам домой и все спокойно обсудить. У меня очень много вопросов. Всего доброго. Спасибо большое. Осторожненько. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Сергей Леонидович, я готов оказать вам любую профессиональную помощь. Спасибо, но мы пока не понимаем, в чем она может заключаться. Сереж. Жень, пойдем. До свидания. Алена, скажи... Сереж, подожди. Прежде всего, я хочу выяснить, кто похитил Сергея Леонидовича. Я этого не смогу вам сказать, я не знаю. Дело все в том, что нас тоже похитили. Точнее, похитили Лизу, а потом уже меня привезли к ним в сторожку где-то посреди леса. И сказали, либо я выполняю все приказы, и мы остаемся в живых, либо... А что конкретно от вас требовали? Я должна была делать Сергею уколы и следить за его самочувствием. Какие препараты я вводила, пожалуйста, не спрашивайте, потому что... Ампулы привезли без маркировки. Кто привез? Какая-то женщина, блондинка. Я не смогу вам точно описать, как она выглядела, потому что я почти на нее не смотрела. Мне было очень страшно. Зачем вы вообще ей понадобились? Она что, не могла делать укол сама? Извините. Понимаете, далеко не все люди могут самостоятельно сделать укол в вену. А еще мне показалось, что она не хотела светиться. Может быть, вы с ней знакомы? Было такое подозрение. А еще она хотела заставить вас подписать дарственную на ее имя, но вы отказались. Я вообще этого не помню. Вы меня, конечно, извините, но, по-моему, это какая-то подстава. Господин Стивенсон, я принес воду.
Будут еще указания? Нет, но сегодня ты свободен, можешь идти. Очень легко обвинять. Вспоминайте. Вы сначала отказались подписывать все документы. А потом вы все переписали на Лизу. А я в благодарность за это придумала, как вас спасти. Ой, как интересно. Интересно. Как же вы собирались его спасать? Я сделала Сергею укол. И выдала его за мертвого. Я думала, что нам это поможет. А потом, когда блондинка узнала, что он умер, она сказала: извините. Раз уж он так не вовремя скопытился, то это прекрасный повод кое-кому его отвезти в качестве сувенира. Да, отличный получился сувенир. С этого момента я вообще перестала понимать, что происходит, и не знала, чем закончится. И мы с Лизой сбежали. Ну, вы молодцы, вы молодцы. Вы получили дарственную, вы сбежали. А он в бессознательном состоянии, пускай сам выкручивается, да? Слушайте, как вам не стыдно? Вы понимаете, что я должна была спасать свою дочь? У меня вообще никакого другого выхода не было. И в конце концов все получилось. Зачем это сейчас вообще обсуждать? Ну, допустим. А скажите, а на чье имя была составлена первоначальная дарственная? Мария Александровна Кузнецова. Мария Александровна Кузнецова? Да. Вы серьезно? Жень, ну подожди, ну ты сама говоришь, не надо торопиться с диагнозами, ну. Скажите, а что у Лизы со зрением? А вы разве не помните? Врач сказал, что можно сделать операцию, и я смогу видеть. Но это очень дорого. Так вам для этого нужны деньги? Так давайте я оплачу операцию. Сереж, ты с ума сошел? Они мошенники, я не верю ни одному их слову. Женя! Да вы готовы обвинить меня вообще во всех смертных грехах, лишь бы не отдавать деньги. Ну, подождите, зачем вы так? Я хочу все по-человечески решить. Мам, давай согласимся. Пусть она оплатит операцию, но мне больше ничего не надо. Тебе в первую очередь не надо сдаваться. Как только на пути встало первое препятствие. Я не верю вам. Нам деньги нужны не только для того, чтобы вернуть Лизе зрение. Нам потом придется прятаться от этой женщины как можно дальше. А еще нам необходимо будет на что-то жить. Отказаться от оплаты операции еще проще. Пойдем. Пойдем. Я буду добиваться справедливости для своей дочери в суде. Я хочу, чтобы вы это знали. Счастливо оставаться. Удачи. Вам тоже. Осторожно. Осторожно. Сережа, ты понимаешь, что они аферисты? Они хотят тебя обмануть. Я вот сейчас позвоню Перфильеву, и он выведет эту Алену на чистую воду. Не надо звонить Перфильеву. А вдруг все, что они говорят, это правда? А вдруг я действительно обещал помочь? Вдруг они действительно спасли мне жизнь? Но они же не виноваты, что я все забыл. Сережа, я не понимаю, зачем тебе вся эта игра благородства? Да какая игра, Жень? Хорошо, только ради тебя. Я могу предположить, что они говорят правду. Тогда у нас что получается? Получается, значит, Ирен мертва. Кто такая таинственная Кузнецова, мы не знаем. Чего она хочет, понятно, она хочет твои деньги, так? Деньги теперь не моя, Лиза. И думаю, что эта Кузнецова об этом уже знает. Допустим. Что же она будет делать? Убивать Лизу ей невыгодно, потому что деньги она так не получит, так? Ну, я надеюсь, что меня ей тоже убивать незачем. Ну, да. Что же она сможет предпринять? Неужели она опять захочет похитить Лизу и заставить ее переписать на себя свое состояние? Но для этого Лиза должна эти деньги сначала получить. Меня больше всего бесит, что я ничего не могу вспомнить. Как меня похитили? Что там происходило? Может, устроить какой-нибудь стресс? Говорят, помогает. Тебе мало стресса, да?
Давай позвоним Кеше. На Кеше здесь причем? Кеша врач. А. Угу. Он может посоветовать тебе какого-нибудь специалиста, который поможет тебе восстановить память. Кеше самому надо избегать стресса. Алло, Кеш, привет. Здравствуйте, вы кому? Здравствуйте. Доброе утро, мы на прием к доктору Венгерову. Вы знаете, его еще нет. Можете подождать. Не судьба. Паш, привет. Это к вам. Здравствуйте. Добрый. Вы доктор Венгеров? Нет, я его секретарь, Лев Брагин. А вы к Роману Романовичу? Да. Пойдемте. Ой, Лёвушка, как я рада, что вы раньше пришли. Можно я быстренько уберу в кабинете, конечно, пока Венгерова нету? Я быстро там разберусь. Спасибо. Проходите. Мама. Ой, господи. Присядьте вот сюда. Ой. Приехали. Ну что, я звоню Перфиреву? Да, давай. Как вы? Извините, я с детства вид крови не переношу. Он, правда, мертвый? К сожалению, да. Алло, алло, Федор Михайлович. В общем, Карский с Евгенией ушли, а у нас еще полдня офис на ушах стоял. Да. Что ж теперь будет? Пока непонятно. Но мне кажется, им надо помочь. Для начала я бы запросил у клиники, где лежал Карский после похищения, результаты обследования. Зачем? Ну как зачем? Надо зафиксировать наличие седативных или психотропных в его крови или что-то, на кого я не знаю. Ну хорошо, ты получишь это подтверждение. Что дальше? А дальше эта бумажка может стать серьезным подтверждением того, что Карский действовал не по своей воле, а под давлением. И ты думаешь, что Карский откажется от своих слов? Он никогда этого не сделает. Если ты хочешь стать хорошим юристом, научись разбираться в людях. И после столь пламенной речи ты и дальше будешь мне уверять, что у вас с Карским чисто дружеские отношения? Ты дурак. Мил, подожди. Вчера вы тоже работали? Да, мы со сменщиком неделю через неделю работаем. Так удобней. Понятно. Во сколько вы ушли? Обычно мы дежурим до 10, но вчера меня Венгеров отпустил в 7. Сказал, сам офис закроет и на сигнализацию сдаст. Куда вы отправились после работы? Я поехал за сыном. У меня сын хоккеем занимается. Вот я и жене позвонил, что за ним заеду. Вас кто-то видел? Да, да, тренер видел, родители видели, дети. Я там был до 9:30. А потом мы поехали домой. Хотите, я вам адрес напишу, ну вот, секции, для проверки? Напишите, обязательно напишите. Скажите, камеры в офисе есть? Нет, камер нет. Венгеров психотерапевт. Ну, конфиденциальность, все дела, ну, понимаете? Все ясно. Пишите адрес. Ну, что скажете, Евгения Веленовна? Множество ножевохранений, 10 явных. Смерть предварительно. Наступил между 20 и 22 часами, а остальное после вскрытия. Хотелось бы побыстрее. Так, где у нас секретарь? Красов, со мной. Все, почти закончила. Слушай, надо Кеше позвонить. Да. Вы секретарь? Да, да. Пожалуйста, пойдемте на улицу, поговорим. Поговорим, поговорим. Все непременно на улице поговорим, а пока здесь. Когда вы последний раз видели Венгерова? Вот только что. Шутите? Хорошее чувство юмора у молодого человека. Живым, голубчик, живым. Ага, живым.
Жил вчера в 7:30. Вы так точно запомнили время? Нет. Я отпроситься зашел. У меня был назначен прием у стоматолога в 8 вечера. Ой, как! Зубки болят. Профилактика. Правильно. Я два раза в год хожу по графику обязательно на... Правильно, правильно. Надо за зубками следить. Это все мы никак не успеваем. Много работы. Понятно. И что же, Венгеров так свободно вас отпустил? Да. Я сразу же ушел, а утром... Что такое? Господи, извините. Ничего, ничего, ничего. Кравцов, возьми адрес клиники. Надо будет проверить алиби. Есть. Скажите, голубчик, у вашего начальника были конфликты? Возможно, с пациентами, коллегами, друзьями, родственниками? Возможно, ему кто-то угрожал? Нет. Нет, он... Ничего такого не было. Он был спокойный человек. Господи, неужели он там мертв лежит? Абсолютно. 10 ножевых ранений. Кравцов, отведи молодого человека на улицу. На нем лица нет. Сделаю. Сами идти можете? Пойдемте. Все, Евгения Велиновна, я все пробы взяла. Погодященька, погоди. Скажи-ка мне, что ты думаешь по результатам вскрытия? Ну, по поводу времени смерти я с вами согласна. С 20 до 22. Угу. Ну, а причина-то очевидная. Я даже не знаю, что сказать. Вот смотри, сколько мы с тобой насчитали ножевых ранений? 15? Да. Ага, и сколько из них смертельных? 2. И это похоже на убийство в состоянии аффекта. Или убийство, совершенное человеком с нездоровой психикой. Но я тут подумала, что это может быть похоже на имитацию действий в состоянии аффекта. Все это очень интересно, дорогие дамы. Добрый день. Здрасте. Ну, у меня для вас есть кое-что новое. Наша лаборатория по моей смиренной просьбе провела экспертизу крови на одежде убитого и обнаружили 2 совершенно разных вида ДНК. Что вы на это скажете, уважаемая Анастасия, если не изменяет память, Георгиевна? Будьте любезны. Ну, я скажу, что убийца случайно поранился и оставил след своей крови. И теперь его будет легко найти и доказать его вину. Молодец. В лабораторию. Все было бы очень весело, Евгения Веленовна, если бы не было так грустно. Дело в том, что в нашей базе подобных образцов ДНК не нашли. Так что, если преступник и попадал под поле зрения полиции, то это было до 2009 года. Следок, конечно, интересный, но совершенно бесполезный, и применить его можно только в качестве доказательства. Федор Михайлович, но ведь кроме базы преступников есть ведь еще и другие базы ДНК. Согласен. Дам задание своим спецам, пусть поищут. Хотя шансы очень малые. В любом случае, рад был вас повидать, Евгения Веленовна. Девушка способная. Привет. Привет. Что там у вас с Венгеровым произошло? А то я по телефону толком ничего не понял. Кого? Кого убили-то? Венгерова убили. То есть как? Вот так. Кто? А я откуда знаю? Перфилев ищет, но пока глухо. Черт возьми. Хороший доктор был. Ну, давай я тебе другого спеца найду. Не надо. Думаю, мироздание достаточно ясно подсказало, что и без гипноза неплохо. Мне сейчас, наоборот, как никогда, здравый ум нужен. Нафига? А, ты же ничего не знаешь. Уф. Слушай, у нас вот такое закрутилось. Серега, дай мне что-нибудь пожрать, и я весь внимание. Тебе лишь бы пожрать. Пожалуйста. Игорь Степанович,
Давайте не будем излишне нервничать и попробуем постепенно во всем разобраться. Прошу вас. Вот заключение эксперта. Следы вашего ДНК обнаружены на месте преступления. Если я не ошибаюсь, вы проходили службу в горячих точках. Ну да, я врач, военно обязанный, я служил, и что? Во время службы вы сдавали образцы ДНК? Да, сдавал, приходилось. А при чем здесь это? Мы нашли вас в базе военнообязанных, поэтому я хочу спросить вас про ваше алиби. Какое к черту алиби? Вы требуете от меня алиби, а откуда ему взяться? У меня нет никакого алиби. Я не убивал этого вашего... Венгерова. Венгерова, да. Как я мог убить этого Венгерова, если я в глаза его не видел? Как я мог убить человека, если я его не знаю? Ну, тут бред какой-то начинается. Пожалуйста, пожалуйста, не будем так горячиться. В таком случае, как вы объясните следы ДНК на трупе? Вот это я объяснить действительно никак не могу. Не могу. Евгения Веленовна, вы себе не представляете, что у нас. Ответ из лаборатории пришел. Да я такого никогда не видела. В крови Венгерова обнаружили два вида ДНК. Представляете? Так это все объясняет. Да, по-моему, это только все усложняет. Как такое может быть? Вот ты пока подумай, как это может быть. Я вернусь, и мы обсудим твою версию. В результате я вынужден вас задержать по подозрению в убийстве гражданина... Федор Михайлович, подождите. Что случилось, Евгения Веленовна? Господин Никишкин, возможно, ни в чем не виноват. Простите. Сейчас я постараюсь объяснить. Вы... не могли бы приподнять одежду? Что? Поясницу покажите, пожалуйста. А, да, конечно. Я же врач, как я не догадался. Пожалуйста. Вот видите шрамы? А это что, огнестрел? Это Афганистан. Я там служил военврачом. Я прошу объяснить, Евгению Ильину. Да, конечно. Я получила анализ крови Венгерова, и у него в крови обнаружено двойное ДНК. Как это могло произойти? Ну, только в том случае, если он перенес трансплантацию костного мозга. И после такой операции иногда у человека в крови обнаруживается два ДНК. Одно его собственное, а второе его донора. Простите, пожалуйста. Надежда. У вас такие глаза добрые. И улыбка очаровательная. Помогите человеку, измученному жизнью. Конечно. В чем дело? Спасибо. Ой, давайте я лучше администратора позову. А давайте я сначала вас спрошу. Скажите, Надя. А возможно ли узнать, во сколько вчера пришел на прием Лев Брагин? А, ну, это легко узнать. Время выдачи карты фиксируется в программе. В очереди у нас никто никогда не стоит, поэтому узнаем до минуты. Вам сейчас? А, да, если возможно. Район у вас такой небезопасный. А вы до скольки работаете? Ну, просто я мог бы проводить вас... Я подумаю. Да. Видите ли, я неоднократно был донором костного мозга. У меня 4-я группа крови и резус отрицательный. Ого, большая редкость. Да, да, да. И дело в том, что такие операции проводятся анонимно. Я не знаю ни одной фамилии. Может быть, среди тех, кому я помог, и был вот этот ваш убитый. Но я этого не знаю. Понятно. Понятно. Ладно. Гражданин Никишкин, вы свободны. Спасибо, коллега. Я вас особенно благодарю. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Добились своего. И кто же у нас теперь убийца? Позвольте спросить.
Серег, ты совсем идиот? Ты что, правда хочешь отдать свои деньги каким-то неизвестным теткам? Кеш, я все проверил. Лиза действительно слепая от рождения. Эта бедная Алена всю жизнь одна за ней ухаживала. Представляешь, как они жили на зарплату медсестры и пенсию по инвалидности? И по-твоему, это повод? Серег, да ты псих, тебе надо запереть в комнате с мягкими стенами, чтобы ты сам себе не навредил. Кеш, ну Алена мне действительно спасла жизнь. Представляешь, как она рисковала? Ведь это Кузнецова или как там ее, она же могла убить их с Лизой после этого. Да, дела. Зря у тебя поесть просил. Надо было выпить попросить. Федор Михайлович, ну вы это понимаете, что здесь все слишком странно? Да я все это безусловно понимаю, Евгения Веленна. Что там ваш карский кочевряжцы? Ему хороший адвокат нужен. Главное, надо понять, кто организовал это похищение. Кузнецова, Иванова, не знаю. Но найти надо. Надо, но как? Если бы Ирен была жива, все было бы гораздо проще. Ну, конечно, под фонарем искать легче, чем там, где потеряли. Федор Михайлович, я пробил алиби Льва Брагина, секретаря Венгерова. Ну и что, чист как слеза комсомолки? Да сейчас. Он вполне мог успеть грохнуть Венгерова, а потом поехать к стоматологу. В тот день он опоздал на прием на целых 15 минут. А нам об этом не сказал. Ну, подождите, он мог просто растеряться. Вы же видели, в каком он был состоянии. Или голову нам морочит. Трепетный такой. Зубки лечит два раза в год. Надо бы с ним предметно обо всем поговорить как можно скорее. Так я так и хотел. Поехал к нему домой, а его нет. Ну, я попросил наших спецов, чтобы пробили геолокацию. Только что позвонили. Знаете, где он сейчас? Кравцов, кто тебя научил плести интриги на ровном месте? Брагин где? В квартире Венгерова. По коням. Я с вами. Опаньки, а вот вам второй труп. Он живой. Скорую вызывайте. Скорую быстро. Осмотреть здесь все. Черепно-мозговая травма. Может быть, позвоночник поврежден. А это еще что? Похоже на дневник. И почерк явно женский. Евгения Веленовна, не сочтите за труд. На досуге почитайте, о каких страданиях тут поведано. Почему думаете, что именно о страданиях? Ну, а зачем еще барышни дневник заводят? Прошу. Ты спать собираешься или, ну, его это бессмысленное занятие? Ну его. Слушай, здесь такая трогательная история любви. Чем? Ну, послушай. Я смотрела в его глаза и понимала, ничто в мире не может быть важнее этих глаз. Он единственный, кто может провести меня над пропастью, и ему одному я готова доверить свою жизнь. Ну, неплохой монолог. И вот еще дальше. Вчера, наконец, объяснила все Левушке. Левушка, ты не представляешь, как я в него влюбилась. Вот так вот ходила-ходила, а потом вдруг смотрю на него и понимаю, никто мне больше не нужен. Только он. А как же я? Лев, да ты чего? Ты же самый лучший друг. Вообще-то, я думаю, что мы с тобой не просто друзья. И... К тому же он твой врач. И... Не-не-не, это неправильно. У психотерапевта не может быть отношения со своей пациенткой. Левушка, сейчас все совсем по-другому будет. И я теперь никогда не буду больше его пациенткой. Я буду его женой. Женой. Поздравляю. Ну, очень мило. А тебе зачем это?
Знаешь, здесь дальше так все трагично. Вот смотри, вот отсюда. Все кончено. Мир чего? Давай я прочту. Все кончено. Мир разлетелся вдребезги, и меня больше некому ловить над пропастью. Может, это просто фантазии? Там наброски первого романа. Не думаю. А ты можешь узнать, что случилось с этой девушкой? Почему бы нет? Как ее зовут? Сейчас. А я не знаю. Ну, тогда я не волшебник. Все, пойдем спать. Евгения Веленовна, мне позвонили из больницы, Брагин пришел в себя. Думаю, надо поехать и допросить его. Ой, боюсь, что врачи не разрешат его сейчас допрашивать. Давайте лучше я съезжу. Мне как врачу будет проще договориться. У меня появилась одна версия, я очень хочу ее проверить. Ну что ж, я не против. Лев, скажите, а что случилось с автором вот этого вот дневника? Она умерла. Вы ее любили? Да, Света была удивительная девушка, только Венгеров не способен был это оценить. У них был роман, и он ее бросил, да? Да, она спрыгнула с крыши, а я не смог это остановить, потому что не знал, что у них происходит. И тогда вы решили убить Венгерова? Решил. Долго собирался. Но потом понял, что не могу. Кишка тонка. И я не знаю, кто его убил. Ну тогда зачем же вы решили забрать дневник из квартиры? Не, вы все неправильно поняли. Я принес его туда. У Светы была тяжелая депрессия. Венгеров ее лечил. У них начался роман. Нормально. Для психотерапевта. Ну, это как сказать. И, разумеется, он очень быстро наигрался. Понимаете, если Света была бы в порядке, она бы легко бы пережила этот разрыв. А Венгеров, он ее окончательно раздавил. Да вы не волнуйтесь, я понимаю. Когда мама ее отдала мне дневник, я понял и решил, что я устроюсь к нему на работу и соберу компромат для полиции. Статью доведения до самоубийства пока никто не отменял. Чему же вы ничего не рассказали, когда мы нашли труп? Испугался. Могли же подумать, что это я его убил. И к тому же мне реально было тогда плохо. И я правда очень боюсь крови. И вы решили? Я решил подкинуть этот дневник в квартиру Венгерова. Чтобы полиция нашла этот дневник. Я пришел в квартиру, меня кто-то треснул по голове. Вот я уже здесь. Нападавшего вы не видели? Нет. Это очень жаль. Вы сказали, что Венгеров ни с кем не конфликтовал. Но ведь не может быть, чтобы у него не было никаких врагов. Жена бывшая его недолюбливала. Я слышал, они как-то ругались из-за денег. Венгеров был женат, а в документах об этом ничего не сказано. Может, неофициально жили? Может быть. А как ее зовут, вы, конечно же, не знаете. Почему знаю? Аглая Гринева. Венгерова убили? Вы серьезно? Надо же. А я думала, он бессмертный. Аглая Васильевна, в каких отношениях вы были с Венгеровым? Мы 15 лет жили вместе. До ЗАГСа, правда, так и не дошли. Но я все равно думала, что я замужем, а он считал себя свободным. Когда мужчина говорит, что штамп – это не важно, это значит только одно. Ну да, я понимаю. Однажды количество барышень превысило все границы, и мы расстались. Не скажу, что я сильно жалела об этой сволочи. Я давно мечтала стать свободной и независимой. Ой, какая же у вас
Сумка оригинальная. Да, хорошая. Последняя коллекция. Евгения Ильина, а как вы думаете, сколько может эта сумочка стоить? Ну, тут я вам так не скажу, у меня такой никогда не было. Ну, где-то 20 сеансов у доктора Венгерова. Вот как. А какое это имеет отношение к делу? Да, собственно, никакого, голубушка. Не считая того, что, по нашим сведениям, гражданин Венгеров за последний год переводил на ваши счета крупные суммы денег. Ну, господин Венгеров был очень благородным человеком. Что вы говорите? Да. Благородная сволочь. Как это оригинально. А мне представляется, что он вам платил. И интересно узнать, за что. А мне интересно, где он брал такие деньги? Аппетит у вас, конечно. Послушайте, а что вы ко мне все цепляетесь? Какое вам дело до моих денег? Вы убийцу ищете? Ну так ищите. Мне было невыгодно убивать Венгерова. И вообще, меня в городе не было 2 недели. Я ездила в дом отдыха на Валдай. Сегодня утром вернулась. Как же вы вовремя уехали, голубушка. А может, вы себе алиби обеспечивали? А я уже туда подряд 5 лет езжу. Можете проверить. Или, по-вашему, я себе алиби готовила все это время? Проверим, голубушка. Обязательно проверим. Мы все очень любим проверять. Адресочек дома отдыха черкните. Пожалуйста. Я могу идти? Или вы меня будете задерживать? Идите. Пока. Пока вы свободны. До свидания. До свидания. Не нравится мне эта полувдова. Хотя на убийцу она не похожа. Зачем же Венгеров ей платил деньги? Может, она его шантажировала? Мил, я собрал все необходимые материалы для доказательства в суде. Ого! А как тебе это удалось? Отправил запрос от имени юрколлегии в клинику, где лежал Каски. Подожди, это законно? Ну, если он наймет меня своим адвокатом, то вполне. Угу. То есть теперь осталось самое простое – уговорить Карского. Ну да. Ну, поехали. Федор Михайлович, я поняла. Это точно был шантаж, только двойной. Что вы имеете в виду? Что Венгеров шантажировал своих пациентов. Вы уверены? Ну, конечно. Если он уплатил Аглае, значит, это что-то незаконное. А чем может торговать психотерапевт? Только секретами своих пациентов. Чтобы регулярно получать деньги, нужно иметь какое-то материальное подтверждение, понимаете? Аудио, видеозаписи. Да, он вполне мог делать их тайно во время своих сеансов. Значит, убийцу надо искать среди его пациентов. Но у него была довольно обширная практика. Ох, Евгения Веленна, боюсь, дело затянется. Мне кажется, нам нужно найти компромат. Если мы найдем компромат, мы поймем, кому Венгеров был опасен. Ну, не шантажировал же он всех подряд. Кабинет обыскали, ничего не нашли. Ладно, дам задание своим спецам. Пусть еще раз пороются в компьютере Венгерова. Сергей Леонидович, ну я не понимаю. Ну зачем вы спорите? Артем предлагает хороший вариант. Милочка, я не спорю. Я просто отказываюсь. Здравствуйте, дети. Не знала, что вы здесь. Евгения Веленовна, как хорошо, что вы пришли. Да, как хорошо. Так, что-то случилось? Пока ничего не случилось, но скоро случится. Мы пытаемся уговорить господина Карского подать в суд, а он... А он? А он сам знает, что ему делать. Ясно. Ну, может быть, мы сначала поужинаем, а потом все спокойно решим? Да, давайте поужинаем. Давайте поужинаем. Пойдемте, поможете мне. Сергей Леонидович. На кухню.
Сергей Леонидович, ну я к вам, как всегда, с поклоном. Что случилось, Федор? Ну, видите ли, мои специалисты одержали убедительное поражение в борьбе с этой техникой. На айпаде сплошные фильмы, на компьютере общие бумаги и всякая чушь. Копайтесь, может, найдете для меня что-то нужное. Постараюсь, Федор Михайлович. Благодарю. А, поужинаете с нами? Ужинать не буду, а то, знаете, Римма Николаевна будет недовольна. А вот от чашечки чая не откажусь. Добрый вечер. Добрый. Вы очень кстати. Да что вы. Вы же следователь. Может быть, вы поможете уговорить нам господина Карского? На что же вы хотите уговорить господина Карского? Я считаю... В смысле, мы с Милочкой считаем, что ему стоит подать в суд и опротестовать свою дарственную. О, видите ли, юноша, я, вероятно, в отличие от вас, очень плохо воспитан. Поэтому свой нос в чужие карманы не сую, если это, конечно, не касается дела. А если это как раз касается дела? Нам кажется, что это напрямую связано с похищением Сергея Леонидовича. А вот что касается похищения... Сергея Леонидовича, тут мы будем разбираться самым серьезнейшим образом. А пока, Сергей Леонидович, спокойно поужинать, если, конечно, никто не возражает.